В этом году в муниципалитете было отремонтировано порядка 8 километров дорог. Андрей Иванов подчеркнул, что в 2018-м этот объем будет увеличен в 2 раза. На сегодняшний день все работы по укладке асфальтового полотна завершены. Жители уже оценили качество новых дорог. В планах стоит 16,5 километров. И, возможно, еще по итогам голосования на портале «Добродел», которое проходит у нас до 25 ноября, возможно, еще появятся дополнительные объемы, дополнительные пожелания от наших жителей, которые активно оставляют свои предложения и комментарии на портале. И по итогам голосования будут включены еще какие-то дополнительные объемы или те приоритетные дороги, о которых там будут говорить наши жители. Сергей Патушенко представил подробный отчет о проведенных работах. Некоторые участки асфальтового полотна пришли в полную негодность, и ездить по ним было небезопасно. В общей сложности в 2017 году у нас было отремонтировано 15 участков автомобильных дорог. Денежные средства затрачены в сумме 64 миллиона 200 тысяч рублей. Общая протяженность составила 7,8 километров, а общая площадь 57 тысяч 800 квадратных метров. Глава муниципалитета отметил, что в следующем году будет ужесточена процедура приемки работ. Подрядчик не уйдет с территории, не устранив недочеты и нарушения. Более того, предпочтения для заключения новых контрактов будут отданы добросовестным компаниям, которые выполняют не только ремонтные работы, но и несут обязанности по гарантийному обслуживанию дорожного полотна. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».